Пришла пора новогоднего наступления World of Tanks. Твои подарки уже в ангаре. Успей забрать их до 9 января. Украшай елку и ангар, выполняй боевые задачи и получай самого Арнольда Шварценеггера в качестве командира. На этом подарки не заканчиваются. Ты можешь выбрать один из трех мощных ноутбуков или один из 10 геймерских наборов. Нужно всего лишь зарегистрироваться и выполнить пару простых боевых задач. А поможет тебе в этом стартовый набор подарков. Новый год с World of Tanks. Это лучшее время для прокачки твоих танков. Поспеши. Ну чё, как думаешь, Галка обрадуется такому подарку, а? Да. Ну моему подарку она больше обрадуется. О, ты чё, тоже хочешь ей подарок сделать? Да не ей, а Любке своей. Теперь тварь вообще будет довольна, что у моей доска не только под футболкой. А у твоей, блядь, 13-й айфон. Молодец какой, молодец. Как так, Сеня, ну это не по-товарищески. Ты же знаешь, что они лучшие подруги. Ну советоваться хотя бы надо, когда такие подарки делаешь. Я просто не подумал, Игорь. Вот Галка молодец, Сашка, хорошо тебя обработала. Сначала ты пить стал только по праздникам, танки перестал играть, думать перестал. А в конце... Чё? Да ничего. Всё, иди. Да чё ты, блин? А я-то сделал. Иди, да давай. Я не виноват, она мне постоянно намекала. И тем не менее доска. Че тебе надо, предатель? Мы с тобой с первого класса дружим, а с ней из-за какого-то секса. Красавчик, я знал, что ты... Даже мне сейчас пойду, жизнь придумай, что так? Ладно, Игорь, что с ним делаем? Блин, Галка в курсе, что я айфон взял? Я думаю, догадываешься. Откуда? Мне же с банка звонили. Ты че, её кредит взял, что ли? Ну а как его еще взять-то, Игорь? Подстава. Вот моя мне точно какую-нибудь книгу подарит. Какую? Ну не знаю, как обычно, так стать миллионером или там что-нибудь развивающее. Ничего себе, что помогает? Вообще незаменимая вещь. Так, а что тебе твоя подарит? Мне же тоже с банка звонили. Ах ты, понятно. Она тебе что, тоже айфон, что ли, взяла? Нет, конечно. Она мне подарит красивую жену. В шубе. Все, мне с тобой разговаривать не о чем, все да понятно. Да погоди! Да что годить-то? Ты вообще понимаешь своей башкой масштаб трагедии? Да мне из-за твоего подарка потом год выносить мозг будут! А еще это шуба теперь! А там впереди 8 марта, я там точно не отверчусь! Че? Скажу, что сильно хотел купить, а кредит не одобрили. Красавчик, не все материна. Погнали. Короче, в идеале, подаешь телефон, а на вырученные деньги добираем бухла, с мужиками едем на рыбалку. А жены? Да это в идеале. Да на самом деле, поступим по-другому, конечно. Короче, продаешь телефон. Так. Идеальный вариант, смотри, с головы не выходит. Короче, продаешь телефон и закрываешь кредит. Ну точно. А дарить что будем? Идеальный вариант. О, да Галка убьет меня этим подарком! Да не убьет! Она же тебе шубу дарит! А, точно! Здесь я подстраховался! Ну все, слава богу, порешали! Братан, ты в следующий раз-то хотя бы советуйся, когда такие подарки делать! Ну все, все, я понял! Ну там дружба круче всего, все! Ага, давай! Давай, братан! Yes! Красавчика! Братство! Все! Не, я подумал, нет! Я так и знал, что ты сдуешься! Просто давай мягкую игрушку возьмем, а ну реально мне эту доской зашибет! Братан, да мягкую!